Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Ми продовжуємо говорити, знайомити глядачів з особливостями вступної кампанії 2021. Радий вітати в нашій студії директора медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету пан Віталій Штурмінський. Пане Віталію, добрий вечір. Генеральний директор групи кампанії Оксана Пашли, співзасновник. Вітаю, пані Анно. Отже, цікавий підрозділ Міжнародного гуманітарного університету, важливий медичний інститут. Розкажіть, будь ласка, абітурієнтам, батькам, давайте нагадаємо, чому навчає, чого чекати у 2021 році абітурієнтам, що вони потрібні, що їм потрібно зробити, щоб стати студентами, а потім кваліфікованими фахівцями. Уже традиционно, более 3 лет, Одесский медицинский институт готовит по 4 специальностям. Это медицина, стоматология, фармация и физиотерапия. В этом году вступительная кампания, уже началась регистрация на ЗНО, будет проходить только через сертификаты ЗНО. Наш будущий абитуриент должен для того, чтобы поступить на специальность стоматология или медицина, должен сдать 3 экзамена ЗНО. Получить 3 сертификата. Первый для стоматологии, для медицины – это украинская мова, без литературы, украинская мова. Тут должна быть как минимум оценка 100 баллов. Второй экзамен обязательный для всех студентов в этом году – это математика. И здесь оценка на специальности стоматологии и медицины должна быть как минимум 150 баллов. Третий экзамен может быть либо биология, либо химия, либо физика. Здесь оценка тоже должна быть как минимум 150 баллов. Очень высокие баллы, но и требования к врачам всегда были высокие по специальности. На специальность фармация экзамены такие же. Украинский язык, математика и физика, биология, химия. Только средняя оценка, общий балл за все 3 предмета должен быть не менее 130 баллов. Есть еще у нас специальность фармация-бакалаврат. Это как бы не полное высшее образование. Здесь те же 3 сертификата, только оценка за каждый сертификат должна быть не меньше 100 баллов. Такой выпускник тоже может работать в аптеке, но у него есть некоторые ограничения по возможностям его по высшему образованию. Оценка специальность физреабилитация и эрготерапия – 3 сертификата. Один из них – это сертификат украинская мова, второй – математика, и третий – биология, химия, либо физика. Для тех, кто будет поступать после медицинского училища, в этом году есть изменения. Здесь очень важно сдать 2 ЗНО. Раньше эти ЗНО не сдавались. Это украинская мова и математика. Дальше тот, кто поступает после училища с дипломом младшего специалиста либо младшего бакалавра, сдают вступительные экзамены у нас в ВУЗе. Но 2 сертификата с оценкой минимум 100 баллов должны быть у наших абитуриентов. Одесский медицинский институт развивается, становится лучшим. Например, в данный момент мы работаем над модификацией наших морфологических кафедр. Делаем новые залы для того, чтобы студент, который придет в 2021 году, мог работать на современном оборудовании, на цифровом оборудовании, мог спокойно делать хирургические манипуляции, которые в дальнейшем ему понадобятся в практической работе, на тренажерах современных. И мы сейчас проводим крупную, благодаря постоянной поддержке Сергея Васильевича Кивалова, его теплой заботе нашего медицинского института, мы сейчас можем провести такую модернизацию, хотя мы молодой вуз, 10 лет, но мы все равно уже обновляемся в очередной раз. У меня питання щодо спеціальності фармація. Для чого йдуть, пані Анно, молодь, для чого йде? Які можливості відкриваються перед людьми, які пов'язують своє майбутнє, ну, спочатку з отриманням освіти, а потім робочі місця і так далі? Спасибо. Сегодня роль фармацевта и провизора очень велика. Велика в защите здоровья нации и в реализации миссии государства, забота о здоровье нации и улучшение качества их жизни. Миссия компании АКС
звучит так же: заботиться о здоровье нации и улучшать качество нашей жизни. Исходя из этого, я хочу сказать следующее. Провизор, если говорить сейчас о провизоре, специалисте с высшим образованием, провизор — это специалист, у которого должен быть многогранный опыт и знания. Это специалист, к которому часто клиенты, пациенты приходят уже предварительно, попробовав нетрадиционные методы медицины, использовав всякие методы лечения, которые, к сожалению, не приводят в данном случае ни к каким результатам. И тем более, я хочу сказать, что наоборот, они ухудшают качество жизни человека. И только тогда специалист не идет к врачу, а зачастую и он приходит в аптеку. И именно в этот момент провизор должен провести правильно опрос, понять, какие угрожающие жизни симптомы у человека есть, какие критические симптомы, и проанализировав всю ситуацию, взять на себя ответственность, оказать первую помощь, выбрать препарат первой помощи, опять-таки с учетом побочных эффектов, с учетом противопоказаний. И это все он должен сделать самостоятельно, без каких-то дополнительных приборов диагностики. И только благодаря тому, что провизоры и фармацевты, обучаясь в заведениях, изучают протоколы фармацевтической опеки, изучают фармакологию, они могут это сделать. И чем выше уровень квалификации, профессиональный уровень специалиста, тем больше гарантий, что наша миссия будет выполнена. Потому что в этот момент человек берет на себя, специалист, провизор берет на себя ответственность за здоровье человека и за то, чтобы предостеречь его от каких-либо негативных факторов в этом лечении. Привести к тому, чтобы человек пошел к специалисту, врачу уже, и далее продолжил свое лечение. Но зачастую, опять-таки, люди не идут к врачу и продолжают свое лечение, и приходят снова в аптеку, и снова специалист должен настоять на том, чтобы качественно проведена было обследование и был поставлен диагноз. Специалисты, которые сегодня проходят у нас практику, а это на протяжении 3 лет более 150 человек, это студенты МГУ, проходят у нас практику, они приходят непосредственно в аптеку, которая полностью соответствует лицензионным требованиям. И компания АКС, в частности, выполняет эти требования и жестко контролируются они для того, чтобы с полной ответственностью студент-практикант понимал и принимал условия, в которых ему придется в дальнейшем работать. Благодаря нашим провизорам, заведующим, наставникам, специалистам, студент-практикант окунается полностью в живую, в энергическую, живую аптеку, где он встречается с клиентом, где он встречается со всеми процессами аптечными. И только благодаря наставникам у него возникает понимание, благодаря их профессионализму, благодаря их личностным качествам лидера-наставника, у студента создается полное понимание того, где он продолжит в дальнейшем свою жизнь, потому что работа — это наша жизнь, и с чем он в этой жизни столкнется, с какими трудностями, с какими возможностями. По окончанию практики, по окончанию вуза компания АКС предоставляет студентам, практикантам на льготной основе уже получить рабочее место. И более того, я скажу, мы продолжаем обучать их на постоянной основе. Фармрынок меняется, он динамичен, меняется законодательная база. Соответственно, мы на постоянной основе проводим обучение внутренними тренерами, тренерами, которых привлекаем из различных областей для того, чтобы повысить их профессиональный уровень. И в этом случае я хочу сказать, что специалисты, которые попадают в аптеку, уже по окончании вуза они продолжают дальше знакомиться, получать знания по фармакологии, получают знания по основам экономики фармации, они получают знания в области управления персоналом, потому что провизор — это будущий руководитель аптеки, заведующие. И этим всем основам обучаем уже мы их на рабочих местах.
Важливо, як мені дуже корисна інформація, важливо, щоб знань вистачало, щоб відрізнити, ну, принаймні, ну, якісні ліки від підробок, яких, на жаль, в нашій країні, ну, це одна із актуальних проблем. Підроблені неякісні ліки, які, ну, не лічать, а майже калічать. Ну, в вузі обучаються студенти там основам контроля качества лікарських препаратів. Ось це важливо. Фармакологии, и мы продолжаем на рабочих местах строго отслеживать, стараемся многие процессы контроля качества лекарственных препаратов автоматизировать для того, чтобы было более высокое качество этого контроля. Кроме этого, именно провизор ответственен в аптеке за качественное хранение, за прием и остальные процессы, связанные с момента получения лекарственного препарата до момента отпуска его клиенту, с качественной информацией, которой должен сопровождаться каждый лекарственный препарат. Виталий, дякую, пані Анно, дуже важлива інформація. Віталію, знання – це важливо, кадри, викладачі – це важливо, матеріальна база також не менш важлива. Розкажіть, будь ласка, про ту матеріальну базу, яка є у медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету. Спасибо. У нас своих две клиники, они постоянно развиваются, современные стоматологические две клиники. Совершенствуется оборудование, ну, вот постоянно обновляем, покупаем новое оборудование, так как рынок растет, меняется. Растет наша клиника, которая медицинская. Она выросла уже, открываются новые отделения. Совсем недавно открылось физиотерапевтическое отделение, оснащенное достаточно на высоком уровне. Мы проводим уже все виды лабораторных исследований в клинике. Этой зимой все практики, все студенты, медики, которые у нас проходили практику в нашей клинике, так как работы было много, зима выдалась, еще не ушел COVID, заболеваемость у нас достаточно высокая, и студенты в нашей клинике работали в современной оснащенной клинике. Про аптеки уже было сказано, мы работаем с крупными, лучшими, ведущими компаниями. Одна из них – это АКС, которая взяла на себя половину практически наших студентов, обучила. Результаты практики и блестящие студенческие практические навыки показывают о том, что практика у них удалась, и мы работаем вместе с ними. Кроме этого, мы работаем с фирмой «Одрекс», которая является нашим основным медицинским партнером. На ее базе также проходят практику наши студенты. Там же располагаются 4 наших кафедры. Якщо додати, так, пані Анно, стосовно матеріальної бази, ну, тому що, ну, аптека для багатьох, ну, зайшов, купив ліки і пішов, але це ж такі важливі там процеси, обладнання, там, сучасність. Для обеспечения качественного снабжения лекарственными препаратами обязательно есть нормы, прописанные лицензионными требованиями, и каждая аптека соответствует этим нормам. В лицензионных требованиях предусмотрены все необходимые материально-техническое оснащение для того, чтобы все процессы в аптеке по контролю сохранности лекарственных препаратов, отпуску, выполнялись полностью. Хотелось бы еще сказать о том, что профессия провизор на сегодняшний день на таком динамичном развивающемся рынке очень востребована. И именно те специалисты, которые успешно заканчивают вуз, затем проходят успешно практики, именно от них мы, как работодатели, ожидаем в будущем перспективных, престижных сотрудников, уважаемых людей, которые будут, еще раз повторюсь, на страже здоровья нашего населения. И такие специалисты всегда востребованы в любой компании. В нашей компании мы полностью берем опеку над ними, качественно вводим их в должность, обучаем. И затем, благодаря тому, что у нас предусмотрены различные мотивационные программы, платим достойные зарплаты, в мотивационных программах предусмотрены проявления каждого специалиста индивидуально, как личностных качеств, так и профессионализма. Кроме этого, сотрудникам компании, иногородним, специалистам активным мы предоставляем служебное жилье. Это перспективно для молодых специалистов.
И более того, мы оплачиваем дальнейшее развитие и обучение, если человек этого, в этом нуждается и имеет желание дальше себя развивать. Именно такие специалисты сегодня интересны, и я уверена, что они всегда получат перспективную, престижную, интересную и в то же время очень ответственную работу. Дякую за корисну информацию, понятно, пан Виталий. Успіхів вам в цей період, період вступної кампанії. Вона, як на мене, ніколи не завершується, вона завжди триває. Хотілося б побажати успішних абітурієнтів, потім вже вдалих студентів і кваліфікованих кадрів. Ви почули корисну інформацію, знаєте, де шукати медичний інститут Міжнародного гуманітарного університету. Успіхів, залишайтеся на репортері. З вами був Віталій Хемій. Бувайте здорові!